На днях интернет обрушился, и самые популярные соцсети, как Instagram, Facebook и многие другие, перестали быть доступны для своих пользователей. И мы решили опросить наших студентов и узнать, какие же у них есть увлечения помимо интернета. Какие у вас есть увлечения, кроме интернета? Кроме интернета, я, как это ни странно, увлекаюсь чтением и путешествиями. Слушаю музыку, играю в телефон, все. Какую музыку слушаете? Русскую, русских исполнителей. Да, музыкой. Какой? Разный, рок, джаз. Играете или слушаете? Играю. Конечно, у меня есть увлечение помимо интернета. Я увлекаюсь рисованием и изучением иностранных языков. Китайским языком. Китайский язык, да. Почему именно китайский? Потому что он очень интересный, перспективный, потому что мы учимся на китайском факультете. Фитнес. Фитнес. А почему именно фитнес? Работаю там. Кроме интернета, читаю книги. Какие книги ты читаешь? Книги Достоевского люблю и что-нибудь с фантастикой связано. Я спортсмен, я занимаюсь настольным теннисом, вот играю в настольный теннис, еще работаю. Вот, еще учу китайский язык. Спорт, имею в виду тренажерный зал. Шахматы, карате, все что угодно. И чтение книг, конечно же. Но больше люблю интернет. Пианино есть, гитара. Инстаграм, на самом деле, это не центр жизни. Жизнь, на самом деле, очень интересная штука. Вот. Главное – видеть этот интерес и идти за ним. Вот так. Рудакова Марина, Игорь Титенко, Байкал, Универ ТВ.